Лю Сяобо был одним из 300 диссидентов и борцов за права человека, которые организовали проект «Хартия-2008». В основе ее лежала петиция, призывающая свергнуть однопартийный режим в Китае и создать многопартийную демократию. Тогда петицию подписали около 9 тысяч человек. Недавно Лю был арестован, его обвинили в так называемой подрывной деятельности. Они постучались в дверь в 11 утра, когда я еще спала. Я пошла вниз спросить, кто там. Они ответили, что полиция. Я пригласила их войти, и тогда они протянули мне ордер на арест и попросили меня подписать его. Адвокат Лю говорит, что ему не позволяют встретиться со своим подзащитным. Полицейские спросили, кто адвокат. Его жена сказала, что это я, Мо Шаопин. Один из них ответил, Мо Шаопин не может быть адвокатом. Они объяснили это тем, что я также подписал хартию 2008. Вот что они сказали родственникам. Адвокат также говорит, что Лю Сяобо могут приговорить к 15 годам заключения. Лю выступил против режима еще в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Тогда он присоединился к акции голодовки в поддержку студенческих протестов. После подавления протеста 4 июня Лю задержали на 20 месяцев. В начале 90-х он провел 3 года в трудовом лагере и 9 месяцев под домашним арестом. Однако он по-прежнему продолжал публиковать статьи в интернете и в изданиях за пределами Китая.